У сусветный день обороны правов спожилцов с жыхарами Гомеля сустрелася начальник управления гандлю и послуг гомельского гарвыканкама Светлана Караткевич. За минулый год в управление гандлю и послуг гомельского гарвыканкама поступило больше, как 460 зворотов. Каля 73 из них тычились обороны правов спожилцов. Одна из тенденций – частей за все покупники звертают увагу на свои правы только после их порушения. Неглядячи на доступность информации, люди звертаются до яе только коли сутыкаются с пэўнымі проблемами. Однако большасць гандлёвых организаций ідзе на сустрэч покупникам и імкнецца вырашаць конфликтные ситуации на карысць спажыўцоў. Изначально, прежде чем подписывать договор, прежде чем совершать ту или иную покупку товара, необходимо ознакомиться и с характеристиками товара или услуги, ну и, соответственно, изучить договор, который предоставляется на подпись, для того, чтобы впоследствии не возникало вопросов о том, что потребитель был не информирован. Как правило, зачастую получается, что покупатель или потребитель услуги подписывает свой договор, не читая его. Естественно, уже очень трудно доказать, что это не вина самого потребителя, а вина изготовителя или непосредственно продавца.